Степанакерти продолжает хранить военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений 2 и 3 апреля. На линии соприкосновения на юге Нагорно-Карабахской республики соблюдается перемирие. Во время конфликта азербайджанская сторона применяла тяжелую артиллерию СЗО, в частности, установки СМЕРШ. Сегодня, 7 апреля, на линии соприкосновения армяно-азербайджанской границы спокойно. Этот Т-72 был подбит в период обострения где-то 2 или 3 апреля. Танк был подбит из противотанкового комплекса во время дуэли с танком азербайджанской стороны. Экипаж погиб. На кадрах видно, что азербайджанская сторона активно укрепляет территорию, захваченную Нагорно-Карабахской республики в результате конфликта 2 и 3 апреля. Этот экскаватор уже на азербайджанской стороне. Это территория, захваченная 2 апреля. В оптику хорошо видны азербайджанские военнослужащие, копающие окопы. По-моему, или нет. По состоянию на 7 апреля на юге Нагорно-Карабахской республики перемирие соблюдается. Обе стороны активно готовят линии обороны.